Знаете, как есть люди, вот он, например, приобрел себе или взял в аренду отельчик в магазине каком-нибудь, да? Вот у меня приятель, он взял один в магазине, да, и он что делает? Там стекло, надо вот это заменить, вот это стекло теперь вот этим заменить. Лампочки вот так, вот так, вот так, вот так. У него 4 маленьких отельчика в городе. И он с утра до ночи, в 7 утра он уже где-то там возле них, в 11 он стучится домой. И когда ему предложил его приятель о том, что нужно открыть 10 точек и еще в другом городе там 5, у того просто глаза перестали двигаться и дыхание сходило. Да что, да здесь столько работы! Конечно, столько работы. Вместо 5 лампочек можно же 7 поставить. Mm-hmm. И вот эту перевести, и он занят настолько, это сверхвылизывание. Он даже не позволяет себе, как это сказать, подумать о том, что там можно еще что-то сделать и что это принесет. У него масштаб развития совершенно другой, он будет ухаживать за вот этим, условно говоря, курятничком. Подкрашивать, подмазывать там и так далее.